Культурно-массовые мероприятия, концерты, фестивали, экскурсии, музейные выставки, а также любое другое событие, которое может стать поводом для встречи, местом интересного досуга и приятного времяпровождения, мы освещаем в программе «Открытый показ». И сегодня с вами, дорогие телезрители, мы отправимся в новогоднюю сказку на интерактивно-кукольный спектакль в Губкинский музей освоения Севера. Чтобы попасть в сказку, не обязательно ходить за 3-9 земель. В Губкинском каждый малыш, если пожелает, может оказаться в ней. С завершением рождественских каникул и православного праздника Крещения сотрудники музея завершают цикл интерактивных кукольных спектаклей «Новогодняя сказка», главный герой которой – лесные звери, собравшиеся отметить Новый год. Ух ты! Что это? Вот это да! Не как волшебный мешок, и в нем лежат настоящие сокровища. Папа. Чего только здесь нет. Этот мешок с подарками нес Дед Мороз для детишек, но хитрая лиса и ее напарник Волк решили забрать подарки, пока Дед Мороз тихо задремал. Ой, как же долго я спал, чуть на праздник не опоздал. Побегу скорее к ребятам, ведь они меня ждут. Сказки учат детей нравственным ценностям. На простых примерах зрителям показывается, что такое хорошо и что такое плохо. Так и в этом поучительном народном сказании справедливость торжествует. Мешок с подарками возвращается Деду Морозу. А ну, стоять! И с чего удумали? Вот злодеи! Если дети не получат подарки, Новый год не наступит! Надо сделать так, чтобы мешок с подарками вернулся Деду Морозу. Проект «Кукольный спектакль» в музее действует с 2012 года. За это время было представлено более 10 постановок по мотивам сказок разных народов. Спектакль классический, ширмовой. В выставочном зале музея к зрителям выводят кукол-актеров. Вот здесь для юных губкинцев проводят театр верховых кукол, или как их еще называют, перчаточных, так как их надевают на руку. Такие куклы выступают наверху сцены, а управляют ими снизу, сидя за ширмы, в отличие от марионеточных кукол, которыми управляют сверху при помощи нити. В новогодней сказке играли 7 героев – Дед Мороз, Снегурочка, Лиса, Волк, Медведь, Заяц и Барсук. Каждого озвучивали разные голоса. Посмотри, какая шишка! И орешки хороши! С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю от души! Спасибо, Барсук! Школьников такой театр кукол забавляет, несмотря на то, что они знают почти обо всех секретах этого искусства. Берут куклы и играют ими. Я озвучиваю их радио. Они могут говорить, но может человек за них сказать. Они ведь не настоящие. А как они двигают? Они двигаются с помощью рукой человека. Их надевали на руки и двигали, и еще им сделали голос по радио. Вот. А ты бы мог сыграть какого-нибудь героя, вот голоса у кого-нибудь изобразить? Дед Мороз. Герои спектакля озвучиваются сотрудниками музея как вживую, так и в записи, под музыкальное сопровождение. Веселей лесной народ, спеть, плясать всем вместе надо. Начинайся, хоровод! Сложно подбирать голоса для животных на наших сказках, не только животные, но и такие герои, как вот люди, там дед, баба, внучка, и приходится как-то вот менять голос, подстраиваться. Ну, вот у нас методисты, научные сотрудники нашего музея ходят, озвучивают эту сказку. В качестве героев кукольных представлений могут быть как персонажи животного мира, так и людей. Поэтому, озвучивая героев, приходится менять свой голос и интонацию, соответственно, персонажу. И хотя в этом спектакле кукловоды не профессиональные актеры, представление всегда проходит живо и интересно для зрителей. Мне понравились Зайчик, Дед Мороз, Медведь, Волк, Лиса, Птичка. Они все так весело встретили Новый год, им было вместе весело. Мне понравился больше всех Дед Мороз. Почему? Потому что он подарки дарит детям. А тебе Дед Мороз подарил подарок какой? Мне он подарил такой старинный дробовик.
с такими пульками не настоящими. Просто он аж стреляет, оттуда летит порох. Понравился зайка, понравилась лисичка. Мне понравился еще Дед Мороз и Снегурочка. А чем они тебе все понравились? Потому что они хорошую сказку создали. Эта сказка была очень интересная. Вот. И потом мне два понравилось. Лиса и Дед Мороз. Интерактивный кукольный спектакль включает в себя не только представление кукол, но еще и различные игры, викторины, загадки. Также детей дошкольного и школьного возраста знакомят с историей и культурой разных стран. А потом русский император Петр I издал указ, в котором он сказал, что Новый год надо отмечать 1 января, то есть с 31 декабря на 1 января. И вот до сих пор мы отмечаем этот праздник 1 января. Общение с детьми проходит исключительно в игровой форме. Таким образом, мероприятие несет в себе познавательный и развлекательный характер, а также служит средством самовыражения юных посетителей. С Новым годом поздравляю на телят, на же ребят и на маленьких ребят. Театр кукол в музее работает в будние дни для школьников. Можно прийти на представление с классом, а в выходные дни для семейных просмотров, то есть для детей совместно с их родителями. А запомнил каких героев? Какие герои там были в сказке? Кто там был? Дед Мороз, лиса и волк, и медведь, и Снегурочка. А больше всего кто понравился? Снегурочка? Дед Мороз. Почему? Потому что... У него красный нос. Конечно, очень понравилось, потому что как бы с детьми не сильно есть куда выйти, как бы. Такое мероприятие, мы очень рады, что проводится, конечно. Если бы хоть бы каждый день, мы бы ходили по возможности каждый день. Придем обязательно в следующий выходной. Мы стараемся приходить каждую субботу в музей по мере возможности, потому что здесь для детей, конечно, масса интереснейших мероприятий. И сказки, и игры, развлечения, песни, хороводы. Спасибо большое сотрудникам музея. Каждый родитель стремится выкроить больше свободного времени, чтобы посвятить его своим детям. А лучший способ семейного отдыха – это разнообразный и интересный досуг.